В марте театралов ждет большая премьера. Ивановский музыкальный замахнулся на оперетту «Сильва». Это будет уже шестое воплощение сюжета на местной сцене. Ставит «Сильву» в этот раз режиссер Иркутского музыкального театра Ирина Мякишева. Надеется, что удалось сделать постановку очень эмоциональной и человечной. Мы, естественно, будем на таком эмоциональном подъеме, на котором человек может петь. То есть есть же замечательное правило артистов музыкального театра, которое называется «выход на номер». То есть когда ты уже не можешь говорить, так тебя переполняют эмоции, ты начинаешь петь. Когда ты уже не можешь петь, так тебя переполняют эмоции, ты начинаешь танцевать, а не просто потому, что тут началась песня. Вот. Поэтому, я думаю, этим мы и удивим. Страстями. «Сильва» – это классическая знаковая постановка, которая должна быть в арсенале каждого театра. Первая в Ивановском музыкальном была поставлена в 1938 году, последняя в 1994. И вот через четверть века «Сильва» возвращается. Жанр-то оперетты, он такой сейчас не то чтобы, но находится в некоторой, такой дружеской полемики с мюзиклом, потому что это все-таки своеобразный музыкальный спектакль, хотя очень много общего, но при этом, при всем, не разыгрывается большая история. Более концертную форму имеет мюзикл. А здесь это вот все такое, то, что мы с детства любим. Ивановский зритель увидит премьеру 9, 10 и 23 марта. Билеты уже в кассах. Репетиции идут полным ходом. Наша труппа самая сильная, самая яркая, самая вокальная. И самое лучшее, наверное, среди всех музыкальных театров. Потому что я тоже выезжаю и на ассоциацию музыкальных театров, и общаемся с руководителями, с режиссерами. Везде есть проблемы, нехватка оркестрантов, артистов балета, артистов хора. Везде, даже и в Екатеринбурге, скажем так, в таком городе, как мегаполис, да, тоже существует проблема. Но на сегодняшний день наш театр, мне кажется, стоит крепко на ногах. Удивителен этот спектакль еще и тем, что все костюмы и декорации в нем будут совершенно новыми, созданными специально под постановку. Впервые за долгое время выделено необходимое финансирование. Его хватит на два спектакля – «Сильву» и «Робина Гуда». К нему артисты приступят в марте. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.